Мужская сборная Казахстана по регби-15 пробилась в финал чемпионата Азии, который проходит в Алматы. В полуфинале наши игроки разгромили сборную Монголии со счетом 55-6. В параллельной встрече сильнейшими оказались регбисты из Пакистана, победившие в сухую соперников из Кыргызстана со счетом 82-0. В финале, который состоится сегодня на территории спортивно-тренировочного комплекса фонда первого президента Республики Казахстан, наша сборная будет играть против Пакистана. Победа в этой игре позволит Казахстану подняться с третьего во второй дивизион. Стоит отметить, что регби-15 в нашей стране начали возрождать 3 года назад, несмотря на то, что сегодня в приоритете регби-7, который является олимпийским видом спорта. Мы с 2015 года стали развивать олимпийский вид и немного позабыли классику. И с тех пор результат налицо, так как у нас уровень регби упал. Очень много игроков в регби-15, и мужчин, и женщин уволились, то есть начали искать себе другие профессии. До этого нельзя доводить, надо возрождать, надо развивать, потому что польза одного из самых массовых видов спорта в мире, она очень большая.